Завершился международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, который проходил в Париже, Франция. Это значимое мероприятие собрало руководителей и экспертов ведущих международных организаций, компаний и институтов, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в этой ключевой отрасли. На форуме были представлены отчеты о состоянии и развитии нефтегазовой индустрии Туркменистана, а также обсуждены важные темы, такие как роль страны в глобальной энергетике, перспективы использования возобновляемых источников энергии и меры по сокращению выбросов метана. Были также освещены важные проекты, в том числе строительство газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия и освоение новых месторождений. Участники форума активно обменивались идеями и опытом, обсуждая пути развития взаимовыгодного сотрудничества и возможности привлечения инвестиций в различные проекты. Это мероприятие имело большое значение для расширения партнерских связей и обмена информацией о потенциальных инвестиционных возможностях в различных секторах экономики Туркменистана. Более 160 двусторонних встреч, состоявшихся в рамках форума, подчеркнули готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в различных областях, что создает благоприятные условия для будущих инвестиций и проектов в Туркменистане. Форум проходил 2 дня и был признан успешным по всем параметрам.